принципе, все, вот эту полученную жидкость, которая у нас получилась, вот она мы. Я ее аккуратненько попробую, аккуратненько залить именно сюда. Отлично заливается, хочу сказать. Заливаем с этой стороны, вроде получается, что все хватило, две крышечки сюда. Лишние остатки мы, конечно, уберем сверху. Ну еще придется подождать какое-то время и посмотреть, или будут ли подтеки или нет. Главное. Здесь, чтобы потом не перевозить и наждачкой это все делать. Остатки лучше взять и стереть. В принципе, все должно хватить. Сейчас посмотрим, долито до краев, до самых. Вот оксидочка. До самых-самых краев. Так, с ручки все я стер. И смотрим здесь. Ну, вроде я потеков не вижу. Но по сути дела она все равно должна утрамбоваться еще, может быть что-то выдавится. Но я думаю, сейчас этого хватит и можно уже закрывать. Конечно, перед этим я решил здесь заклеить форматом А4, несколько слоев сложить и накрыть. Это для того, чтобы эпоксидка не прилипла вот к этому бруску и потом возможно было оторвать. Смотрим, чтобы на самом хвостовике не было излишек эпоксидной смолы, потому что может также присохнуть, приклеиться к деревяшке к этой, и потом сложно будет оторвать. Сразу все убрать.
И, конечно, не забываем все еще раз посмотреть и выровнять так, как будет лучше всего казаться нам. Ну все, в принципе. Конечно, лучше всего оставить это в таком положении, чтобы это все подсохло. И потом через 24 часа посмотрим результат и что у нас получилось. Здесь мы видим, вот все-таки выдавливается, вытекает. Все видно. Плохо фокусируется. Но здесь вроде потеков. А нет, есть, появляются потеки. Вижу. Появились потеки. Ну хорошо, там где. Что. Да, появились потеки. Там, где что, хорошо, оно все приклеится и прижмется. Ладно. Отлично. Все вроде удачно. Вот так вот постепенно я буду это все проклеивать. Продолжаем. Прошло некоторое время. Эпоксидная смола уже полностью застыла. И вот мы видим, что у нас тут происходит. Здесь, как я и предполагал, бумажку я сделал очень хорошо, потому что деревяшку, наверное, сложно потом бы отдирать. То есть, вот видите, кусочек бумажки, он приклеился. Получается, ну я ее отодрал, и все равно деревяшка плохо вот отошла от вот этой стяжки. И вот здесь вот получилось как-то пустотело, видимо, там улеглась, видно, что не до конца. Ну, в этом ничего страшного нету, тут вот пустотело, здесь нормально, полностью залилось, а здесь нет. Ничего страшного, в общем, так внутри она полностью залилась, ручка теперь сидит хорошо, то есть... Она даже закреплена, в принципе, уже готова, все. Следующее, вот здесь вот смотрите, здесь все отлично, вот я перемотал изолентой, здесь вот в этом месте, вокруг. Где нужно выступило, где не нужно не выступило, то есть лишнего тут немного, я скажу, в самый раз. Но вот здесь вот я тоже замотал изолентой, это вот видим, как здесь. Видно, что здесь выступает довольно много. Вот, и еще вот здесь вот капелька потекла. Ну, я думаю, это уберется, все равно отшуркается. Вот, а здесь, ну, подпилится аккуратненько, конечно же. Сюда же излишки потом уберутся уже в дальнейшем. Ну, в первую очередь, что сейчас нужно сделать, это обточить вот этот гарду, так называемую. Ее я обточу, сделаю уже, закруглю все тут края. Тоже это отскоблю, скорее всего, уже сразу заодно. Потом следующее нужно будет насадить вот на хвостовик еще здесь. Место осталось, да? Вот это место, его нужно будет тут, я уже заготовил. И потом уже будем насаживать ручку и, скорее всего, приклеим ее. Пока не знаю на что, как, я еще не решил, потому что все-таки... Ну, мне кажется, что ручка будет тяжеловата все-таки для ножа, для такого. Как вот я ее делаю, какие-то все равно, для такого лезвия, мне кажется, тяжеловата ручка. Мне даже кажется, что сейчас вот тяжеловато, но пока нет, вроде нормально. Вроде нормально, но не знаю. Ну вот. Ну вроде переваливается, да. Переваливается, но примерно, но все равно для, ну, непонятно, так вот, так вот, если, а он вообще стоит, так, понятно, но в общем будем дальше делать и потом уже все покажу, конечно же.